Всем привет, это Рыбалка с Пашком. Сегодня мы вновь приехали на эту чудо-речку отдохнуть, половить рыбку. Это просто сюрприз. А? Кто у нас тут? Карп. Охренеть. Вот это да. Ну, кто бы мог подумать. Карпик попался. Офигеть, просто в шоке. Вот это речка, вот это сказка. Да. А? Карпоноид попался. Карпенок. Карпик, нафиг. Карп, откуда? Откуда здесь нахрен карп? Вот это да! Вот это номер, блин! Как так? Ну правда дед говорил, что может быть есть. Ну вот он, вот подтверждение, есть ну, карп. Ну килограммовый. Вот это да! Если бы не было фидергама, блин, я бы его не вытащил, он бы просто ушел бы. Он и сначала ушел в траву, но потом вроде как бы начал поддаваться. Главное, фрикцион не расслаблять. Офигеть! Вот это да! Вот это карпоноид нафиг, а? Красава, на! Вот это шоу, на! Просто, просто офигенно! У меня столько эмоций нафиг. Thank you.
Красава! Красавелла! Еще один! Чуть побольше первого! Офигеть! Вот это я сегодня, а? Что значит? Охренеть! Вот это да! Вот это зверь нафиг, а? Вот это звереныш нафиг! Охренеть! Просто нет слов, одни эмоции! Надо такого засандалить, а? На червя! Слушай, ну килограммчик, блин. Вот это да, вот это да. Подними гребешок свой. Гребешок, гребешок. Во, гребешок поднял. Класс. А? Красава. На два фидера, на одном из них оснастка это петля патерностер, кормушка 16 грамм от фидер спорт. Потом стоит вставка из фидер гамма от браунинг, который смягчает легкие рыбы. Благодаря ему я вытащил этих двух карпов. И поводок леска 0,16, крючок ровно 10 мм. На втором фидере оснастка у меня инлайн, основная плетеная штука, потом идет мой движок с карабином, сама оснастка инлайн со стопорной бусинкой, кормушка 30 грамм, от нее идет также вставка из фидер гамма браунинг, поводок 0,16, крючок 10 номер области. В прошлой рыбалке 0,14 меня здесь порвало, поэтому покрупнее поставил, видимо, тоже корм. Сятина. Слушай, ну сегодня у меня карповая тема, да? Карп-карась идет. Карп-карась пошел, называется. Вот это да. Красавелла. Вот это да. Thank you.
как раз на сковородку. Его мы заберем домой. Натарем. Все, всем пока. Увидимся на рыбалке.